всем, кто любит большие внедорожники, возможно, придется по вкусу обновленный Nissan Pathfinder третьего поколения. Внешний вид автомобиля характеризуется как классическая брутальность внедорожника. Его яркая особенность – спрятанные в задней стойке ручки задних дверей. Такая иллюзия двухдверности, а также угол наклона задней стойки придают кузову стремительность. Кроме того, облегчается посадка в салон для пассажиров третьего ряда, и дверные ручки всегда остаются чистыми, что немаловажно для машины, которая создана для передвижения по бездорожью. Снаряженная масса у внедорожника Nissan Pathfinder немногим более 2 тонн. Дорожный просвет 235 мм. Сиденья второго и третьего ряда свободно трансформируются, создавая ровную площадку для перевозки крупногабаритных грузов. Существует 64 сценария расстановки кресел в салоне. Объем багажника за спинкой сидений третьего ряда 190, второго 515, а первого 2090 литров. Стекло задней двери имеет возможность открываться отдельно. Внутреннее оформление салона призвано максимально удовлетворять требования комфорта для водителя и его пассажиров. В автомобиле присутствуют широкие посадочные подножки и ручки на стойках лобового стекла. Автоматически отодвигаемый назад передний с богатой регулировкой функции памяти и подогревом сиденья. Регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка, дающая широкий панорамный обзор, боковые и центральные салонные зеркала, камера заднего вида, облегчающая парковку и движение задним ходом, а также качественный мягкий пластик торпеда и удобный интерфейс панели приборов. Автомобиль оборудован датчиком дождя и датчиком света, бесключевым доступом, синхронным омывателем лобового стекла и фар. На сайте bzowo.ru представлен новый Nissan Pathfinder 2012 года с пробегом 1000 км. Автомобиль оснащен турбодизелем 2,5 литра, мощностью 190 лошадиных сил и пятиступенчатой коробкой автоматом. Машина оборудована передними и задними дисковыми тормозами с ABS, независимой задней и передней подвеской, легкосплавными колесными дисками на 17 дюймов. Езда на Pathfinder способна доставить настоящее удовольствие не только любителям бездорожья. При движении отсутствуют обычные для внедорожника крены, информативные и прозрачные тормоза и рулевое управление. Вибрации, являющиеся характерной особенностью многих дизельных моторов, в Pathfinder едва ощутимы. Мотор демонстрирует достаточно мягкий звук. Этот автомобиль вы можете приобрести на сайте bzowo.ru в разделе «Продажи автомобилей».